Андрюх, я... Если была возможность жизнь переиграть, я бы с наркотой никогда не связался. Есть, так сказать, типа как рабовладелец. Понимаешь, да, в рабстве тебя берет, там человек не побеждает уже. Свобода захлестнула, короче, не справился. Вот бы переиграть, да? Нельзя уже. Мих, ты выглядишь херово. Надо подлечиться. Да, я лечиться буду. Лечиться буду, сейчас много планов гармонию, Андрюх, так что... Мих, надо идти уже. Да сейчас, иду. Иди. Все, народ, погнали. Надо идти. Ты позвони только, ладно? Слушай, надо сделать. Да? Надо цирк сделать. Гамлет надо сделать. Да, еще темы есть. Короче, ты позвони только, ладно? Я могу там прикануть и позвонить. Я позвоню. Только нужно остановиться, подлечиться, да? Давай с Олькой на Кипр. Как тут раз и все, и сделаем все. За Пашиной темы есть, слышишь? Я тебе говорю, крутая тема, с тиграми петь. Понимаешь, да? Ты же любишь животных. Ё-моё, они, правда, запах бухла не переносят. Закодируемся вместе, да, и споем. Ё-моё, братья запашные, ну, как братья считаю, да. Альбом надо делать, слышишь? Песни есть уже, текста нужны, Андрюх. Миха! Да? Андрю, где ум сраный ты, ё-моё, мудрость грёбаная? Мы ж помирились, да? Давай я сейчас прыгну со скалы, спою. Ну, типа, знак примирения. Миха, спивляет уже, слышь? Давай.